Латвии. Вы смотрите программу «Обсуждаем вместе». В студии работает Елена Радкугла. В жилом районе Камрата по улице Белинского на частном участке владельца охранного агентства расположена матча с передатчиками. Помимо оборудования агентства, здесь установлено ретрансляционное оборудование одного из операторов мобильной связи. Жители микрорайона, опасаясь за свое здоровье, потребовали убрать вышку. Как утверждают жители, проживающие около установленной вышки, среди соседей участились случаи онкозаболеваний. Сегодня эту тему мы обсудим с нашими гостями. Это Дмитрий Дудогла, владелец мачты. Здравствуйте. Это Валентина Железогла, жительница улицы Белинского. Добрый день. Наталья Михайлова, жительница улицы Белинского. И Сергей Ильич Анастасов, примар муниципия Камрадзе. Здравствуйте. На слушаниях 15 апреля камрачане пришли с плакатами «Я хочу жить, хватит нас убивать. Мы хотим здоровых детей и внуков». И для начала я предлагаю вашему вниманию посмотреть, как это проходило. Мы уже просим, уже это крик души. Столько лет не могли разобраться с этим вопросом. Мы подпись поставили 140 человек, а не считая стариков, не считая детей, там всего наберется и тысячи с четырех улиц. И поэтому тысячи человек кричат, плачут и просят, чтобы убрали антенну, а на это никто не обращает внимания. Неужели так сложно человеку объяснить, сказать, что эта антенна не должна там быть по всем параметрам? Есть же свободное место на краю. Мы даже говорили, мы тебе поможем перевести все это. Только возьми и сделай этот шаг. Вы думаете, нам приятно на эти суды идти? Это беззаконие. Ну, понимаете, я уже прожила как-то свою жизнь и то, как мы прожили. Но за детей жалко. Очень жалко за детей. Они такие болезненные сейчас. И еще эта антенна. Вот поэтому мы, я не знаю, к кому обратиться уже, чтобы подумали. Хоть о нас не подумают, уже о деток пусть подумают. Они же ни в чем не виноваты. Вот такая наша просьба, крик души, желание, чтобы хоть в этом, мало того, что сейчас и пандемия, и то еще и эта антенна. Понимаете, все накладывается на людей, и не хочется просто жить уже. Что мы каждый вечер не спим. Мы спим, сидя на диване, потому что давление все время скачет. Вот, допустим, когда мерили, норма нам сказал тогда, этот, что мерил с Кишинева, я его как независимый эксперт, он сказал, что 1,2, возле моих ворот 5,6. И в 12 часов ночи, в час ночи я звоню детям, приезжайте за мной, мне плохо, сколько можно вот так жить. Вот просто... Может, мы не против, пусть он работает, это у каждого своя работа. Пусть вынесет за пределы, мы поможем ему. Ни в чем, мы всегда жили очень дружно. Я живу напротив, мне прямо стыдно смотреть в глаза даже детям и им. Мы всегда жили очень дружно, никогда друг на друга не имели. А вот такое отношение, я понимаю, что он должен сам понять, убрать и войти в положение людей. Он должен понять это. Как ему это непонятно? Сколько можно людей вот так мучить? А сколько умерли? Моя сестра умерла, там рак. Там еще соседи, которые от рака. И у кого-то какие-то опухоли, у кого-то урезали грудь, у кого-то что-то. Очень много там было. А мы уже идем дальше. Но она вышла как раз на нашу сторону. Я живу в Гоголе. У нас в стороне тоже люди жалуются, что спать не могут. Даже вот и женщины, старики есть, которые... Или молодые, вот я очень даже сегодня удивлена. Мальчику 12 лет, он целую ночь не спал. Это значит, его что-то беспокоит. Вот. Я бы хотела, чтобы по-хорошему, пусть примар включается, пусть Ирина Федоровна включается, пусть они слышат это, пусть они людям помогут. Дмитрий, первый вопрос к вам. Если можно, немножко предыстория о том, как устанавливалась мачта, в каком году и что на данный момент установлено на ней. Пожалуйста. С неудобным, да, с этой, пожалуйста, маской. Ну, что я хочу сказать. В частности, был согласован предварительный план согласования размещения антенны мачты в своем приусадебном участке. Кем было согласовано сразу, чтобы... Значит, было согласовано с соседями, и имеется там в материалах дела список, который... подписали, не были против, чтобы установить данную антенну. В частности, этого требования фактически по закону не было, но мне попросили сказать, лучше сами возьмите эти соглашения.
После чего я подал заявление в примарию и получил разрешение на установку приемной антенны. В каком году это было? Номер 3, дробь 82, от 27 февраля 2009 году. После чего было мною написано заявление о выдаче градостроительного сертификата от 26 февраля 2009 года. После чего я получил градостроительный сертификат 26-го, значит, номер 18-09 от 18 марта 2009 года. На базе градостроительного сертификата, значит, был заказан рабочий проект антенны и мачты фирмой «Апарт» в 2009 году. Кишиневская фирма? Да, нет, комрадская наша. Так. Значит, после чего было получено разрешение на строительство номер 127 от 30 октября 2009 года. Значит, в процессе работы, значит, работа была выполнена. Значит, параллельно по окончании работы ко мне представитель Оранжа был, представил, и мы с ним заключили дополнительно установку данных сотовой связи на мою вышку. В каком году это произошло? Это в 2009 году же. Да, в 2009 году. Прежде чем заключить договор, естественно, представитель Оранжа получил разрешение на установку данной сотовой связи. Значит, заключение так... Ну, я сейчас не буду оговаривать, есть такое разрешение, значит, проект. Значит, после этого, значит, были закончены окончательные работы в 2009 году, в конце года. Значит, была экспертиза проведена в 2009 году. В 2009 году экспертиза на антенную башню. Угу. Значит, и... В 2010 году совместно с Оранжем были приняты ее в эксплуатацию. На протяжении этого времени все было хорошо, никаких возмущений со стороны соседей не было. Начиная с 2017 года, значит, были поступления жалобы. Значит, первая жалоба была поступлена. От кого? Значит, ну, я сейчас, жители. Да, от жителей, значит, близлежащего Цанпереулка, от 28 июня 2017 года. Было адресовано Башкану, Ирине Влах. Ирина Влах адресовала районной администрации. Районная администрация выехала комиссия. Я представил все имеющиеся документы, значит, и в заключении, значит, администрация... Значит, дала ответ вот такого смысла. Значит, радиовышка, значит, установлена по Белинского 9, проводилась на основании решения муниципального совета и других разрешительных документов. Все в порядке. Кроме того, на жалобе было отражено, якобы моя семья не проживает там. Значит, тоже было отражено, что это неправда. Получается, значит, она у вас во дворе установлена? Она в моем приусадебном участке, да. Да, в моем во дворе, да. И плюс в жалобе было отражено, что моя семья там не проживает. Это ложь и клевета была. Значит, это констатировалось и было в ответе, что в ответ районной администрации, тогда в районной администрации председателем была Камильча Светлана. Значит, она дала ответ жалобщикам, значит, и дал ответ, что все там в порядке. Далее прошло еще определенное время, 5 сентября 2018 года. Также поступило, собрали там, БУМ говорит, ну я предполагаю, значит, если даже сделать опрос, в частности, допустим, всех соседей, там многие не подписывали эти заявления, а просто инициативная группа, я так предполагаю, если с точки зрения просмотреть, просто свои догмы, не имеющие никаких самых доказательств к этому, были подписаны, значит, там 143 самых
подписи. И то же самое, значит, в результате выезда комиссии районной администрации уже был исполняющий обязанности, насколько помню, там в ответе есть, топал. Констатировали факт. Опять же, в этой жалобе опять же было указано, что моя семья там не проживает. Опять же, констатируют факты в ответе жалобщикам. Значит, было указано райадминистрации, что семья Дудогла проживает и проживала она. Значит, и все документы соответствуют всем нормативным. Вопрос к вам. Проводили ли вы какие-нибудь исследования? Да, есть он у меня копии, я думаю. Что... Да. Ну, в частности, я что я хочу. В конечном итоге, значит, когда была проверка, значит, очередная проверка Министерства здравоохранения, значит, Сергей Ильич организовал комплексную проверку по всему Камрату. В то время, в 2019 году, насколько я помню, 18 сотовых сеансов у нас есть. За счет чего мы можем разговаривать по телефону, наши дети, внуки там где-то еще пользуются. Значит, и после проведения была замерена моя радиостанция, которая... Ваша радиостанция, вы имеете в виду ваше охранное агентство? Да, охранное агентство. Значит, у меня было три частоты, которые я на протяжении 12 лет оплачиваю услуги государственной инспекции радиочастот, которая выделила специально для охранного агентства, ежемесячно мы ее оплачиваем. Естественно, и она и контролирует эту деятельность, правильность. По сегодня, по 2019 год было ряд измерений. Измерения были, значит, за номером 82 от 12 февраля 2013 года, за номером 509 от 3.12.16 года, за номером 109/10 от 3.05.17 года. Кем проводились все вот эти измерения? Все измерения проводились с Министерством здравоохранения, НАОС. Значит, все было в порядке. В частности, значит, когда были замеры, было место положенных 3 вольт на метр, в одном из замеров получилось 5,5,6. Значит, это где-то 1,8-1,9 раз. В связи с этим, значит, я вызвал государственную инспекцию радиочастот. На следующий день они явились, они констатировали факт, что быть такого не может быть, потому что вы работаете в всех параметрах. Но, исходя, я ушел, пошел на уступки соседей, тем более представитель власти сказал, что возьмите, демонтируйте эту антенну, передатчик. Я пошел на уступки, несмотря и не разбираясь, правильные были замеры, неправильные были замеры. Я согласился ради своих соседей, я там же живу. Я расторг договор с государственной инспекцией радиочастот, и по сегодняшний день у меня радиостанции нет, у меня осталось 2 радиостанции, которые работают радиопульт только на прием. К ним требований никаких не предъявляется, потому что они не излучают. Но антенна мобильной связи продолжается? Мобильная связь продолжается, и в прошлом году есть замеры от 13 июля 2020 года, что все в порядке, никаких излучений. Хорошо, нет. Я прошу прощения. Да. Предлагаю послушать интервью санитарного врача Национального агентства общественного здоровья Константина Юларжи. Пожалуйста. Любой объект, независимо от формы собственности, должен получить сначала разрешительные документы. Это, согласно 163-го закона, это градостроительный сертификат, проект и согласованный в установленном порядке, и разрешение на строительство. Вот эти документы выдаются примарией. Если хотя бы одного из них, вот в данном случае, там есть статья 28.1 в законе номер 163, это закон номер 163, он звучит таким образом, о разрешении выполнения строительных работ. Если нету разрешение на строительство, этот объект так и называется, объект самовольного строительства. Затем, по-моему, в Гражданском кодексе есть еще статья, по-моему, 179-я,
где в случае, если выявляется такой объект, который не имеет санитарного разрешения, то примария должна констатировать этот факт, сообщить, наказать и отправить в судебную инстанцию. Я не понимаю, почему примария этого не сделала. Примария пошла другим путем. Она вынесла это решение 13.1 на основании, не знаю, там просто жалоб. Решение не написали за чей счет. Вот в этом и возникает проблема. Но основной вопрос в Камрате на Белинского – это есть объект незаконного строительства. Более того, агентство технического надзора, это бывшая главная инспекция строительства, которая контролирует законность строительства, они проверили и тоже констатировали, что это уже по их данным объект несанкционированное строительство. Хозяин в последующем должен был при вводе в эксплуатацию пригласить нас на проведение измерений, ничего не было сделано. Оранж там, по-моему, 3 раза нас приглашал. Мы делали от Оранжа отдельное измерение. А от Севри сделали только в 2019 году измерение, и то по жалобе, по заявке примарии. Ну вот это было интервью санитарного врача Национального агентства общественного здоровья. Сейчас, подождите, пожалуйста. Да. Вопрос к Сергею Ильичу. Сергей Ильич, сказали, что не было разрешения на установку мачты. Ну, у нас прокомментируйте, пожалуйста. В 2009 году мачта установлена. Что долго у нас думали все контролирующие органы. Если там что-то не в порядке, могут санкционировать не только местные власти, но есть для этого и прокуратура, и сам же санитарный врач. Это с 2009 года. Первые письма к нам с жалобами поступили в 2018 году. С 2009 по 2017 год 8 лет. Кто из примарии мог знать, что там незаконно или законно? Да, никто не знал, когда нам написали уже заявление о том, что есть проблемы, то мы уже, конечно, среагировали. И среагировали довольно быстро. Мы взяли независимую экспертизу, привели, проверили не только по улице Белинского, проверили в примарии, потому что у нас в примарии самой крыша полная антенн была. То есть и не только Оранж молчал, но и другие были антенны. Мы тоже проверили излучение. Ну, как специалист нам объяснили, что рядом, где находится антенна, излучение меньше, она уходит чуть дальше лучи, и там уже начинается излучение. У нас оказалось все в норме. Ну, в районе улицы Белинского оказалось превышение из-за радиостанции. Самой не Оранжа, а радиостанции, потому что радиостанция, которая устанавливается, она мощнее, нежели передатчики, которые используются Оранжем и Молчелом. У них всего лишь 15 ватт, то есть... И чем они ближе находятся друг к другу, если вынести их за город, то облучение будет больше, нежели они находятся в городе. Поэтому мы и в примарии оставили сами антенны, там, где я нахожусь тоже целый день. Потому что я знаю, что если вывезем их за город, сами Оранжи, мы не говорим про радиостанции. Радиостанция – это совершенно другое. Я в свое время тоже имел телефон такой мобильный, большой, радиостанции, но он нагревался при передаче. То есть сейчас, на данный момент, мобильный телефон, они... То есть работают, чем больше антенна, чем полнее антенна, тем меньше излучает. Излучает только в том случае, когда антенна находится на первом делении. В этом случае оно излучает. Когда она полная и полная батарея, очень мало излучает. И по всему городу у нас и везде-везде находится Оранж, Молчел, антенны, потому что они очень малого излучения. Тут было превышение именно радиостанции. То, что нам специалист давал, мы это проводили. Да, и мы приняли сразу решение совета, потому что нельзя так быстро как бы снести то, что было. Ну да, то, что было до нас, а вдруг мы не правы по закону, и нам докажут обратное. И как всегда у нас, куда бы вы ни обратились, конечно же, виноват примар. У нас так привыкли, что если чума в городе цветная, значит, примар, вперед, иди разбирайся. Если у нас где-то излучение или что-то случилось, примар, иди, у нас только одна структура примария, других нет. Куча разрешительных документов, бегают с бегунком по 20-30 инстанциям, но в итоге опять же примар виноват. Любое разрешение, которое мы выдаем на сегодня, пока не будет бегунка. А другое дело, если там незаконное строительство называется, если нету какой-то подписи. Но тут, смотрю, часть есть, часть нету, на что есть оно, мы в этом не сильно разбираемся. Но коли есть службы, которые хотят беречь здоровье наших жителей, если примария не принимала никаких мер с 2009 года, и вам было это известно, почему же вы не приняли меры? К нам как обратились, мы приняли меры автоматически, но с 2009 года, наверное, прошло уже 8-9 лет. Надо было, наверное, принимать меры и не смотреть там, что примария не принимает. Есть прокуратура, есть другие структуры. Туда напишите, почему примария не принимает меры.
У нас сегодня идут судебные тяжбы, и все на основании решения суда уже, потому что не нами было дано разрешение. То есть мы не можем сегодня взять просто, и вышел примар, с кран взял и взял, демонтировал. Я же не беззаконник, я не могу эти вещи делать. Хорошо, спасибо, Наталья. Валентина, вопрос к вам. Почему вы только в 2017 году начали писать жалобы? Дело в том, потому что мы до этого не знали, что идет обучение. После того, когда мы вы не ощущали этого? Мы не ощущали, просто после того, как начало здесь, у нас очень много людей заболело. И очень много у нас есть люди, которые многие умерли. Вот. И когда мы увидели постоянно их вот это отношение, что они на эту антенну залазят, слазят каждый раз, и мы, как говорится, почувствовали что-то неладное. И вот и решили написать заявление в примарию о том, чтобы дали нам экспертизу. Вот. Но очень долго мы ждали, полтора года мы ждали экспертизу, потому что она там где-то была, там где-то. И после того, когда уже была экспертиза, мы сделали как экспертизу. Экспертиза выявила, что очень большое превышение именно на этой антенне. Вот. И здесь вот, хотя вот господин Дудоглу и говорит, что никакого вреда как бы не наносит, но вот здесь есть бумага о том, что говорится о том, что вот эти частоты, они влияют на людей. Люди, которые работают на предприятии, допустим, у него, они работают там, отработали, ушли. А мы, жители, находимся 24 часа в сутки, мы находимся на этой территории. И она построена на кусочке места, которое 5 соток. Как можно представить эту антенну на 500-ках земли, построить такую антенну? Да, были измерения. У нас в Камрате, вот он, Сергей Ильич сказал сейчас, у нас в Камрате 18 антенн. И в тот день, когда проводилась экспертиза, из 18 антенн только наша антенна по переулку Белинского показала облучение. Ни одна антенна. Мы специально поехали, проездили с комиссией по всем антеннам. И только наша антенна показала. Потому что господин Дудоглу, наверное, купил себе, наверное, может быть, дешевое оборудование или что он там поставил, что показало такое вот облучение, которое вот есть документ, который показывает, доказывает о том, что вот у нас большое облучение есть от этой антенны. Ну вот, документы показывают о том, заключение Министерство здравоохранения, вот, Республика социальной защиты, Республика Молдова, которые специально вот, ну вот, пока, которые показывают вот это то, что это. Но я еще хочу сказать, что господин Дудоглу говорит, что ему дали все разрешительные документы. Здесь примария ему выдала документ только на установку приемно-антенного передатчика на собственном земельном участке. Больше никаких строительных документов у него нету. Вот, я просто хотела бы задать, могу задать? Да, пожалуйста. Вот, я бы хотела задать господину Дудоглу, чтобы он, если он может, чтобы показал нам решение муниципального совета на строительство мачты. Потому что здесь идет разговор, он сопоставляет два... Завод заблуждения. Оранж, который он сдал, и примария. Примария на установку оранж. Есть бумага о том, что они согласовали с оранжем. Но как можно было построить, если у него нет никаких документов, сертификата на проектирование мачты нет, разрешения на строительство мачты у него нет. У нас есть как бумаги от фирмы «Фикир», от фирмы «Опарт». Если можно, я вот могу зачитать все эти документы, которые они ничего не предоставляли господину Дудоглу. Вот. И он нам никаких документов просто не представлял. Вот есть фирма «Фикир» лично отписывается, что мы не принимали этот объект. Вот Министерство здравоохранения, Структура социальной защиты Республика Молдова. Вот пишет письмо о том, что Национальный агентство общественного здоровья, ни Центр общественного здоровья не выдавали никаких санитарных заключений по отводу земельного участка на строительство или реконструкции вот этой фирмы. Просто хочешь, чтобы господин Дудоглу также ответил, что каждый объект имеет свое название. Вот у него антенна, которая вот у него там охранное агентство, оно выдавалось, да, он говорил, люди подписывались, есть у нас подписи людей, которые он говорит, что люди там давали какое-то, но именно антенна, которая находится на охранное агентство, а название вот этой мачты, там идет мачта, которая 27 метров. Есть проект, который он рабочий проект, который Дудоглу делал. У него в этом проекте есть программа, смета, что здесь на 20 метров и на 30 метров. А фактически его мета, его антенна 27 метров стоит. Как построена на 20. И там эта антенна, как вам сказать,
построена из по рабочему проекту, если кто, он, как говорят, приезжали, технадзор приезжал, проверяли все визуально. Антенна построена с ржавых труб. Во-первых, там они не соответствуют. Здесь диаметры трубы. Самая большая 76 диаметра должна быть труба, а у него самая большая 56. При любом ветре, при любом это самое, она может обвалиться. Вот. Здесь есть документ о том, говорит, что нельзя было проверить, надо было проверить качество бетона. Качество бетона, у него документов нет, потому что комиссия дала заключение о том, что нет возможности, доступа. Нет доступа для того, чтобы проверить, насколько у него соответствует нормам, которые они должны быть. Вот. Вот он говорил, что люди подписали, да, вот есть бумага о том, что подписали, но когда подписывали, давали ему люди разрешение на строительство, давали на строительство антенны, а он просто сфальсифицировал документы, сделал это и написал шляпу на строительство мачты, а на строительство мачты и строительство антенны охранную вот эту антенну можно поставить как на телевизор, на дом или там на забор где-то, а у него построена мачта 27 метров. О чем это может говорить? Да, 27 человек, но по сравнению с тем, что у нас 143 человека подписало, и 20 человек, которого он взял разрешение. Это, и во-первых, когда фирма Orange устанавливала вот эту, заключала с ним договор, мы думаем, что фирма Orange не должна была брать разрешение у людей, которые проживают там, для того, чтобы установить вот эту ихнюю антенну. Ну как, они сдали его, свое оборудование, они сдали на мачту, которая незаконно построена. Вот здесь вот я просто хотела бы еще вот, Сергею Ильичу такой вопрос вот, задать тоже. Вот здесь вот написано, что акт окончательной приемки указанных работ в примарии муниципи Камрад отсутствует. Других разрешительных документов на строительство мачты не выдавалось. Это подписал Сергей Ильич. В каком году? Это вот сейчас, это было написано 29 декабря 2020 года. Господин Тонку, они вместе с Сергеем Ильичем, вот Сергей Ильич, вы должны сидели, подтвердить, вы сидели, выбирали все бумаги, что дано, что не дано. И вот то, что выдали... Мы написали, что мы есть, что предоставили. Что есть, что нет. И вот то, что вот есть, кроме вот этого, что вот самое, у него ничего, никаких на мачту. У них никакого разрешительного документа у господина Тонкова. Очень интересное измерение санэпидемстанции у вас есть каждый год. В 2013 году показали. Да, вначале зачитали. В 2014 году, в 2015 показали. Ну, измерения. Есть сейчас в 2020 году. В 2020 году есть измерения. А кто в измерениях? Просто мы бы хотели только знать нашем, сами по себе. А? Кто видел, кто участвовал, кто присутствовал. Нет, я понял. Имею в виду, что буквально как бы в сторону примария, опять же, примария, но корень измерения. Обычно те антенны, которые незаконно строятся, туда никто не приходит измерять. Значит, они находятся незаконно и нелегально. Каким образом были выданы документы о измерениях санитарного, я не могу понять. Если оно незаконно, значит, оно незаконно. И не надо давать каждый год измерения. Мы можем сделать как контрольное измерение. Если оно незаконно, уже там нечего измерять. Начнем с того. И у меня вопрос, господин Дудоглу. Нечего измерять, но, однако, измерили. Господин Дудоглу, вот вы говорите, что 143 подписи были собраны, они все были не ложные, и не все 143 люди подписались, но в заблуждении их уговорили. Да. И вы мне говорили, что это не все неправильные подписи. Неправильно, многие перед не подписались. Можно я это скажу? Вы меня послушайте. Пожалуйста. Перед тем, как собирать эти подписи, я позвонила к Сергею Ильичу и зампримару Константину Георгиевичу. Они нам сказали, люди подписываются, паспортные данные не нужны, люди готовы были дать паспортные данные. Просто дается номер телефона, если в любой момент можно позвонить, удостовериться и подпись. Я вам на тот день сказала, возьмите тогда, вы соберите в свою пользу подписи. Почему вы этого не сделали? Люди ходят на суды, мы там живем, мы болеем, мы страдаем, а вы просто надсмеиваетесь и говорите, что 143 подписи – это всего лишь вранье. Часть. Неужели, когда суд идет, и эти фамилия, имя зачитываются, и если этот человек не подписывался, он может говорить, я подписался? Мы на те суды больше ходили, по 70-80 человек приходило. С этой пандемией просто мы опасаемся и как бы, чтобы суд нас тоже не наказывал, и мы столько не приходим. Народ хочет прийти. Во-первых, значит, тут отсутствует одно звено.
звено государственное, государственная канцелярия, которая, когда вынесла муниципальный совет о демонтаже антенны, я обратился к государственную канцелярию, так как я посчитал и по сегодняшний день считаю, что она незаконна. И есть ряд законов, которые нарушены законодательством. Также заявление написал Orange, также обратился к государственной канцелярии. Государственная канцелярия Камрата, которая уполномочена в лице представителя власти Республики Молдова, констатировала факт о нарушении, о незаконном принятии решения. В связи с этим подготовил иск государственной канцелярии от имени третьих лиц, мною фирмы «Севри» и «Оранжа», и подал иск в Камрадский муниципальный в Народный суд. Плюс тому, после этого я подал от имени фирмы «Севери» то же самое. Тут мы можем долго говорить, и времени не будет хватать, если будут мне задавать вопросы, которые по сегодняшний день и по сути дела иска, который происходит, значит, они отходят по поводу строительства и тому подобное. Но хочу констатировать факт, что полученный градостроительный сертификат, там написано четко и ясно. Мачта антенны. В суде судья делал замечание даже Нины Ивановны. Она констатировала факт, мачту убирает. Есть что? Я эту мачту прописал. Я взял это самое градостроительный сертификат, собственно, подписал. Или разрешение на строительство. Разрешение на строительство, вот она, разрешение на строительство передо мной. Значит, там четко и ясно написано. Разрешается установка приемной антенны, передатчика то-то-то. И тут указывается, строительство вести согласно проекту нормам строительства. И тут указывается, значит, проект и все остальное. Что, я сам по себе это построил? Это просто чушь. Дело в том, что в суде, кстати, значит, остановили и господина Тонку, и Железогла, и Наталью. Потому что отходится от основной темы. Давайте начнем из того, чтобы констатировать факт законности постройки самой антенны или незаконность принятия решения при мэрии. Потому что когда в суде первой инстанции, когда вынесли решение, в частности, вынесли решение, очень тоже немножко странное. Странное для вас? 27 ноября 2019 года признать недопустимым административный иск Территориальное бюро Камрад, Камрадского муниципального совета. Государственная канцелярия. Почему я консервирую? Потому что я тут, говорится, меня заталкивают в разные углы, я стараюсь ответить, может, я не все могу ответить, и просто отходим от самой темы. Значит, государственная канцелярия написала кассацию в апелляционную палату. Апелляционная палата признала это самое суд первой инстанции, который иск признали и вернули суд государственной канцелярии обратно суд первой инстанции. И объединили эти дела. В прошлом году, 27 июня, опять же, принято было два решения. Первое решение, опять же, констатировали факт госканцелярии, отклонить мой иск как необособленный. В конечном итоге суд первой инстанции не дала оценку, законность или незаконно принятое решение. В связи с этим мы подали суд второй инстанции. По сегодняшний день идет этот процесс. Вопрос к вам. Когда вы устанавливали мачту, вы уверены были, вы знали о том, что вы установите радиопередатчик вашего охранного агентства. Наверняка вы даже знали о том, что... Подождите, пожалуйста, можно я скажу? Да, я вас не перебивала. Да. Вы наверняка были уверены в том, что будет высокая радиация. Почему нельзя было установить эту мачту за пределами города? Пожалуйста. Во-первых, давайте не будем, вы говорите радиация, извините. Что такое радиация? Давайте начнем с этого. Потому что вы сами говорили о том, что было превышение. Превышение предельных норм. Предельных норм радиации фактически нету.
Что такое радиация? Давайте будем искать одно с другим, как говорится, будем говорить, от борща отделить мух. Понимаете? Я не знаю, иначе как можно высказать, понимаете? Что такое радиация и что такое магнитополе? Физика обыкновенная, школьная программа. То есть, получается, вы не верите жителям, которые говорят, что они болеют? Я так понимаю, да? Уважаемые, что верить? У них есть ли какое-то доказательство, что данная антенна дает радиацию? Нет, и быть не может. Я сейчас, секунду, я не закончил. Я хочу отметить еще один фактор. То, что коснулся вопрос в 2017 году, когда была жалоба в адрес Ирины Лахбашкана. И там консультация, значит, Светлана Камильчу дала запрос Министерства здравоохранения, сделали анализ вокруг моей антенны, сделали анализ онкобольных и всех больных. И заключение там есть четко, что не превышает среднеарифметически по району и по республике Молдова. Есть такое заключение в 2017 году. В 2018 то же самое было. Такой же анализ был. Это просто... Когда человек внушает себе, это внушение, понимаешь, что радиация. Это нормальное, естественное явление. И никаких... На сегодняшний день я пошел на суд. Я уважаю, какие они не были, жалобщики, не жалобщики, они мои соседи. У нас переулок был, сколько я 40 лет живу там почти, значит, очень дружный. Вот начиная с 17 года, вот, как говорится, получилась вот какая-то искринка, и после начало возгораться пламя. Но я еще хотел отметить, вот господин, вы дали выслушивать господина Юларжи, который делал мир. И вот он четко и ясно написал 26-го, когда было превышение предельно допустимых норм. Я пошел на уступки, я до принятия решения, я принял все меры. Я демонтировал антенну передающую. Я расторг договор. И по сегодняшний день уже 2 года я работаю только на приеме. Никаких нарушений, никаких, даже как будто мнимые, то, что говорят, радиации, даже их и не было, и не было. Но еще я хотел отметить еще один. Буквально на днях по поводу Юларжи, который он делал замер. Я получил с Киева один документ. Один документ, который господин Юларжи, который делал замеры. Он делал, кстати, замеры, он еще давал заключение в 2009 году мне для передающего устройства. Он давал заключение Оранжу для заключения по работе. Он давал эти... И тем более мне странно одно, что он ссылается, и когда ему даешь вопрос, он ссылается на строительную норму. Он не строитель. Строитель — это пусть будет строитель. В частности, вот есть один документ с Киева, который этим прибором, кстати, Сергей Ильич, он мерил везде. Вот номер 42. Кто мерил? А? Можно поточнее, кто мерил? Вы сказали, что с Киева. Мерил Юларжи. Юларжи, вот в 19-м году. Говорил, да. Примария виновата, да? Нет, не примария. Он же сказал. Значит, смотрите сюда. Тут написано, что предельно допустимо, что он с этим прибором может мерить от 0,3 до 39 ГГц. Он мерил мою частоту 0,15 ГГц. Он не имел права. И тот протокол, и в конечном итоге господин Юларжи ввел в заблуждение моих соседей, ввел в заблуждение примарии. И вот этот документ я подам в суд Министерства здравоохранения, который он ввел в заблуждение. По сегодняшний день они утверждают, что радиация не может быть. Почему? Спасибо. Потому что... Мы сейчас вернемся. Пожалуйста, да, Наталья. Господин Дудогл, вы говорите, господин Юларжи нас ввел в заблуждение. Почему, да, когда было измерение показало превышение нормы, вы ушли во двор. Значит, я доскажу, мы вас слушали. Вы ушли во двор. Вы как хозяин вышки, когда мерили, если он неправильно мерил, не те нормативы, не те нормы были, параметры, как вы говорите, почему вы не сказали ему, чтобы он настроил правильно и правильно мерил, и мерилось один раз, и чтобы не заблуждать никого? Вы просто ушли. Через 3 дня есть видео в телефонах, вы начали лезть на свою мачту и демонтировать там, и потом сказали, давайте измерять еще один раз.
Значит, объясняю. Значит, я, почему вы ушли во двор? По 19-й год, будем говорить, в течение 10 лет, все эти замеры, я не вникал в их подробности. Можно каким вопрос, прибором, почему как, вы ушли во двор? Дайте выслушать. Выслушайте, умеете, я вас выслушивал, умеете тоже сам привыкнуть. Значит, я был удивлен, и я начал изучать. После этого я позвонил Государственной инспекции радиочастот, которая выделила охранному агентству 3 частоты, которые ежемесячно я оплачиваю. Я говорю, придите, разберитесь. В чем? Вот так и так. Они пришли, они сделали замеры. Есть материалы дела. Вот есть перевод и на румынском. И тут описывается, как полагается. Радиостанция Кенвуд. Тем более, я хотел сказать по поводу, вы говорили, что дешевая радиостанция. У меня радиостанция, одна из лучших моделей, Кенвуд. Это по всему миру это такая радиостанция и пользуется, как служба безопасности. И тут указано именно, что мерят. Радиостанция такая-то, под номером таким-то. А господин Юларжи в соответствии соответственно нормативам, нормам. Там он нарушил норму. Он в протоколе, будем говорить, написано, что мерили частоту какую-то. Неизвестно источник излучения. Нету. С какого номера? Нету. И это нарушена еще норматива, которую он должен мерить. Есть нормы. Вот нормы. Российские нормы, они ратифицированы для Республики Молдова. И там, я хочу обратить внимание, даже можете проверить, там указано в протоколе СанПин 224/2-160055-96. Вот посмотрите, в протоколе 19-го года. И вот я хотел обратить внимание, что вот пункт 3.6 им нарушено. Вот 3.6. Результаты измерения оформляются протоколом. Формы протокола могут быть утверждаться. Значит, должно быть. Значит, наименование, основные технические характеристики, источник электромагнитной частота, диапазон частоты, максимально используемая мощность, заводской номер, год выпуска, режим генерации. Где в протоколе? Нету. Это как писано, как деревня бабушки, это протокол. Это один нарушение. А второе, вот этот документ, который он мог мерить до 0,3, до 39 гигагерц, но не ниже. Он мерил моя частота ниже, 150-450 гигагерц. Он не имел права это мерить. Я буквально на днях это изучил, потому что я подключил моих людей с Киева, значит, прислали этот документ. Этот документ является, потому что тут есть указано номер данного измерительного прибора, тип, все соответствует согласно протоколу, все соответствует согласно с ним. Вот что я хотел сказать. Хорошо, я спасибо. Просто хочу сказать, он все констатирует все на антенну. Мы хотим на мачту, дайте нам документы на мачту. На мачту. Где вот у вас есть? Вы решение сказали... совета, сертификат, разрешение, акт окончательной работы мачты. Вы ссылайтесь на антенну. Дайте название, номер. Каждый предмет имеет свое название. Вот есть дом, или там, или сарай, там, или что. Колодец. Он имеет название. Ваша мачта имеет название? Где название вашей мачты? Кто ее строил? Вот вы здесь сказали, написано... фирма Фикир. Подождите, фирма Фикир проверяла. Вот у нас фирма, значит, Фикир и Камильчу отписываются. Вот их, они сами там, лично... Они пишут там. Вот смотрите, от Дмитрия Камильчу. Абсолютно никакого отношения к объекту металлической каркасной мачты по адресу муниципе Камрад Белинского 9 я не имею и никогда не имел абсолютно никаких услуг и платных, и бесплатных по моей... специальности не к собственному мачте господину Дудоглу, он не имел и директору Северин, ни Оранжа, ни других аффилированных лиц. Абсолютно никакого отношения проекта, и я просто сейчас волнуюсь. Не переживайте, все хорошо. Общаемся. Вот вы можете зачитывайте. Это да. Фирма. Абсолютно никакого. И вот проектной исполнительной документации я не имею. Никогда не имел, а также никогда ничего не подписывал с 2009 года. Но по сегодняшний день включительно в решении о строительстве
под номером 127-30-20, я представления не имею. В случае с мачтой Дудога я никогда и никого не уполномачивал 10 от своего имени ни в устной, ни в письменной форме. Фирма и вот Фикир. Еще фирма Фикир располагает, не располагает информации о том, где, когда построена мачта, принадлежащая Дудоглу. Никаких услуг, начиная с 2009 года, по сегодняшний день фирма Фикир по строительству мачты под адресу не оказывала никаких этих самых. Покажите. И я еще хочу сказать, вот, Сергей Ильич, вот вы получили письмо от этого технадзора, заявление, которое написал Тонко. Вот, и просто мне хочется... Эксперта. От 23 декабря было написано, вот здесь, процесс рассмотрения документов Дудогла не представлен, градостроительный сертификат на проектирование, а также разрешение на строительство металлической мачты. Вот, и просто здесь вот хочется, Сергей Ильич, таким образом документирован стан протоколов о правонарушении с передачей в компетентную судебную инстанцию. Вот. Это входит в ваши компетенции о сносе строительства в компанию местных публичных, то есть Примария. Вот вы какие, вот просто по этому, по технадзору, вот мы написали письмо, пришло письмо. Просто мы хотим от вас услышать ответ, что вы предприняли, когда вот пришло письмо о том, что у него ничего нет. Какие меры? Сергей Ильич, пусть ответит. Буквально перед передачей с Ниной Ивановной мы встретились по этому вопросу и спросил, что мы можем предпринять. Она сказала, ничего, пока решение суда не вступит в силу. Когда идет суд, мы не можем ни сносить, ни разрешать, ничего не делать. И надо... Мне очень странная ситуация засталась, что мы измеряем, вроде бы ничего из законного нет, а все дают документы на измерение. Все дают, но самой... Все дают документы, везде все есть. Измеряем того, как бы, что нету, призрак измеряет. Измеряем того, что нету, я не могу, или есть, я в этом не знаю, не разбираюсь в этом. Мне попросили тогда, вы обратились, вот мы измерили. А пока суды не завершатся, у вас 24-го. Сергей Ильич, господин 22-го. У вас 22-го, да. Суд уже, последняя инстанция, которая будет оглашать решение. После этого будем работать. Сергей, агентство технического надзора просит примарию принять меры по отношению Дудогла в соответствии с компетенцией, которые обязаны осуществлять. Вот. Несанкционированное строительство местной публичной власти, то есть примария. Вот. И здесь очень много есть пунктов. Вот. Это же не мы пишем. Не, ну, понятно, это, после решения суда. Согласно закону такой-то, вот примар констатирует нарушение. Вы должны были составить протокол о правонарушении Дудогла и просто отправить его. Мы приняли решение совета, отменили старое решение совета. Мы сделали все, что нужно. Сделали измерение. Мы все это сделали. Сейчас дела в суде. И подали в суд. Нина Ивановна же ходит в суд с вами, правильно? Да. Она же отстаивает интересы антенны. Вот, отстаивает интересы граждан, жителей. Просто всегда, я еще одного не понимаю. Уже остается только решение суда. Как выдавалось? Уже... Как... Пусть господин Долго, пусть не господин, другой господин будет работать. Если нет всех документов, ничего не выдавалось, нет всех пакет документов, как можно годами работать и нарушая нормативы, нормы, если оно касается жизни, населения, здоровья человека? Вот, нет, вот если мы... в 2009 году было построено и пошли первые, значит, уже к 2010 году, 2011 году мы можно было чувствуем. Принимать вы какие-то агенту. Меры, к примеру, если уже речь идет о местных властях, но не через спустя 10 лет, когда уже антенна там 10 лет, и мы пришел примар Анастасов, он решил, что она незаконна. Вот тут есть, наверное, срок какой-то, есть срок трехлетней исковой давности. Но есть, уже, они существуют, поэтому мы и подали в суд. Но только суд же... может обязать нас. Но, Сергей Ильич, получается ничего. Такая да. ситуация, что больше заинтересовано население города, мы больше ходим. Это больше входит в ваши компетенции. Ну, а да. мы стараемся, все население, все мы ходим. Ну, пойти вот. Сейчас нести его, я могу это сейчас, пока идет решение суда? Ну, нестись. Когда первое изначально, когда было первое, показали параметры, что было облучение. Ваши, мы так считаем, что ваши компетенции... Слова своими местами. Мы говорим это своим... не облучение. У вас, во-первых, нет ни о какой охранной зоне, господин Дудоклов. Вот агентство охраны окружающей среды не было представлена схема расположения металлической антенны башни 27 метров. Вот 2019 года решение совета, которое... Есть. Решение может быть оспорено в порядке административного производства путем подачи предварительного заявления в адрес муниципального совета, 30-дневный срок, так звучит решение согласно Правильно. Той же статьи, статья 165 административного кодекса Республики Молдова. И любой документ, который мы же не знаем, правы мы или не правы, если 9 лет антенна стоит, для этого существует судебная инстанция, где и мы доказываем свою правоту. И коль идут суды, не может ни один, а суды пошли через месяц,
В течение месяца он подал исковое заявление на действия муниципального совета. Если мы не приняли бы решение убрать мачту, тогда вы могли бы меня, конечно же, обвинить. Я сам привез и измерил, и человек измерил. Спасибо. Да, и я все сделал. Но просто сегодня давайте дождемся решения суда. 22 числа будет 04-го. Окончательное решение, и вся проблема. Когда были измерения, господин Дудогло... Я прошу извинения. Вы можете прекратить вот такое прение? Почему? Пусть она выскажется вот, тоже. Получается, вот на меня нагрянул град. Вопрос. Давайте сделаем дебат, если дебат. Сказали вопрос, я ответил. Сказали вопрос, я ответил. Я вам задала три вопроса. Они мне задавали вопросы, не к вам же. Хорошо, давайте по одному, по очереди. Хорошо, мы извиняемся. Вот я вам задаю вопрос. Где разрешение муниципального совета на строительство мачты? Прочитайте, зачитайте. Мачты, не антенны, мачты. Мачты, сертификат на проектирование мачты. Вот разрешение. Это более правильно. Вот разрешение. Строительство номер 127 от 30 октября 2009 года. Написано. Да. Кто там? На что? Да. Установка приемной антенны передатчика. Антенны. Сейчас слушайте дальше. Смотрим дальше. Так. Серьезно? Строительство вести согласно проекту и нормам строительства. Вести. Чего? Да. Вести. А вы вели... Чего? Вы докажите нам документ, что вы действительно соответствие, вели согласно соответствие проекта СРЛ «Апарт». Апарт. Вот да. Я вам сейчас покажу документ «Апарт». Он никакие участия в этой строительной. Это ваше. Да при чем тут строительство? Речь, давайте начнем. Давайте, вы не путайте одно с другим. Давайте начнем с того, что проект. Проект есть. Проект был выделен. Сергей Ильич? Значит, по поводу принятия самостроительства, значит, вот, договор соглашения были этими людьми, но они не согласились работать, я не согласился работать с ними из-за того, что было слишком много денег они попросили. Мне ее выполнил другая компания, Кишневская Винава Групп, которая есть в акте выполненных работ, есть там его подпись и печать. Господин Тонко был с Сергеем Ильичем, они выбирали все документы. Почему они этот документ скажите не нашли? Скажите, вы правильно, Сергей Ильич, мы неправильно. Вот вы скажите, нашли значит, этот... Давайте проектирование и на строительство. А почему, когда вы приняли решение установить мачту, почему вы не сразу ее установили за пределами города, а решили у себя на участке это сделать? Значит, что я хочу сказать? Вот, чтобы, значит, для чего нужна охрана? И где устанавливаются приемные передающие передатчики, они нужны для населения. И устанавливаются в населенном пункте. Также мобильная связь, сотовые связи, где они расположены? В населенном пункте. И для населения. Но не за городом. За городом что, животным или там сам ставить? Мы сейчас обсуждаем градостроительные разрешения на строительство мачты. Конкретно отвечайте на вопросы. Давайте вы сейчас опять говорите не то. Значит, я вообще, честно говоря, это не дебат, а это просто град вопросов. На одного меня, не пригласив, допустим, моего адвоката, не пригласив государственную канцелярию. Мы обсуждаем просто. Суд решит все равно. Мы не можем решать, поэтому значит, бесполезно. Господин Дудогло, пожалуйста, покажите паспорт мачты. Где все принято в эксплуатацию, что все проверено нормативно. Есть документ о годах эксплуатации. Есть в литерном в гражданском деле. Покажите акт приемки антенны. Есть там. Где так, назад в эксплуатацию? А где вот Сергей Ильич с господином вот Тонко выбирали все документы? Города. Вы нашли такой документ, Сергей Ильич? Сергей Ильич, я нашли, мы там написали. Акт. Нет, что мы нашли, мы вам описали, что было. Сергей Ильич, говорите вы, пожалуйста. Кроме того, как вы выяснили. То, что мы вам написали, ваши бумаги, что написали? Нашли. Вот Сергей Ильич скажет, что он нет, что мы нашли, найдите у вас там да, бумаги пишут. Ничего не нашли. Ничего. Да, в письменной форме вам ответили, там, что Сергей то, что Ильич я нашел, знает, я написал. Нашли, да. Он может и устно зачитать. Значит, господа, я хочу сказать, что уверенность, что все по документы имеются в соответствии тех норм, которые было в 2009 году. Имеется
ввод в эксплуатацию, имеются все документы, которые должны быть. Это слово нет подписей. Не подписали. Когда сдается какой-то объект... Пожалуйста, значит, тоже неправильно. Значит, я вам скажу, да, это план. Это план. Это тоже неправильно. Есть подпись примара в городостроительном сертификате, есть подпись разрешения на строительство. Это что? У вас нет разрешения на строительство, у вас есть городостроительный сертификат на проектирование этой антенны, нет. Мачты. Читайте внимательно. Мы прочитали, вот Сергей, послушайте, акт окончательный. Разрешения на строительство я не видел. Акт окончательной приемки указан в работе мэрии. Мачты в своем предоставлении. Пусть Сергей Ильич сам зачитывает, что он читал. У Сергея Ильича есть такой документ. Это план... Сергей Ильич, зачитайте, пожалуйста, чтобы вы смотрели его. Это план у нас только архитекторы, не вижу даже примара. Так там не подписали даже. Они не подписали. Архитекторы Ефименко, это кто у нас у канала? Так, еще я хочу... И согласовано с агентством. Не согласовано. Экологическое не согласовано, да. Трифон у нас, АО ГГУС ГАЗ. Управление чрезвычайной ситуации потому тоже что, согласовано. Не согласовано. Нет охраны. Значит, смотри, что есть. Значит, Санбидемстанция здесь не согласовала. Тоже не согласовали. Санбидемстанция, я обращался еще был с Тихоенко. Значит, он сказал, мы такие согласования даем. Езжай в Кишинев. И вот в Кишиневе вот есть. Кишинева я видел, что-то было. Заключение есть 06/7/37 от 25 июля. Есть заключение. Мы ходили к Стоянову. Стоянов не захотел подписать этот документ. Я что-то помню, что с Кишинева было. Вот я сейчас. Вот эта заключение, бумажка, это говорится, как проект нарисовали вот так, а после вот так. Есть другие разрешительные документы. Начинают то, что вы говорите, что нет примара Дудогла. Есть разрешение на градостроительный сертификат. Есть, где есть, покажите нам? Есть, как это? Где? Как есть? Где? Вот вот я вам зачитаю. Акт окончательной приемки указанных работ в примарии отсутствует. И других продолжительных документов на строительство мачты не выдавалось. Как вы можете предоставить, если вот сам Сергей Ильич подписал, а листовку выбирали, ничего, никаких документов нет? Как есть? Господин Зубов, предоставьте нам эти документы. Я представлю в суде. Тут я не собираюсь. Сегодня просто у нас, честно говоря, мы вводите меня по всем... Мы вас пригласили сюда, чтобы вы защитили себя, суде, чтобы вы высказали свою точку зрения. Да. В суде решается вопрос о законности принятия решения. А зашли сейчас в глубину строительства. Глубину строительства, если это будет рассматривать и представлять документы, что необходимо. Только суду я могу, компетентным органам могу представить примару. Но не им. Ну, то, что есть разрешение штрафа, не на мачту. Вы имеете право не предоставлять им нужные документы. А почему вы не предоставили Сергею Ильичу эти документы? Вот то, что... Как вы предоставили, если Сергей Ильич написал, что нет. В письменной форме отправил, но вот то, что было предоставлено. Вот то, что было предоставлено. Сергей Ильич, можете подтвердить то, что вот ваша подпись... Я же подписал, моя подпись. Так вот, а где остальные документы Дудогла? Что моя подпись... Остальные документы в суде. В суде, да? Да. Моя подпись там есть. Так подписался, правильно, да, потому что никаких акта, никаких, дайте название этой мачты, да, дайте паспорт на эту мачту. Нету. Сколько есть метров? У вас в проекте, у вас в проекте написано. Значит, там, значит, два проекта было. Один проект на 20 метров, второй проект на 27 метров. А ваша мачта 27 метров? Попал, по всей видимости, у нас, потому что... потому что у вас там ничего нету. Есть. А если было бы... Проект что? Я составлял. Проект составлял лицензионное предприятие. Лицензионное предприятие. Вам ни одно предприятие не дало, вам ни один документ. Никакой. Фирма Фикер не предоставила, фирма Упарт не предоставила, Инчерком с Кишинева, которая делала бетон, должны были проверить фирмой. Инчерком, пожалуйста, тоже никаких фирма Фикер предварительно подписала все документы. И все... Где? Кто подписал? Они есть тоже, где? У вас документы. Есть документы. Я же вам зачитала, что Фикер они не принимали никакого участия. Есть, они никакой все сами, материалы. Не принимали. Есть, видимо, эта фирма не в Камрате материалы находится, да. Я так понимаю. Да. Так, просто вот фирма Интерком, которая с Кишинева, вот Министерство здравоохранения, Институт строительства с Кишинева прислала нам документ о том, что они не могли проверить бетон, который там находится, потому что не было доступа. Будет дополнительный. Комиссия, которая пришла, визуально просто посмотрела. Скажите, пожалуйста, Валентина, вы писали буквально на днях, месяц назад, последующее письмо от троих человек, от вас, Гаврилова и Янчогла. Ответ госпожи Ирины Влах. Мы не получили еще.
Как они получили? Не получили. Мы не получили. Нам нету, у нас нету письма. Но я попросил, мне дали. Ну, вы попросили, это... да. А вот нам странно. Сказали в течение вот 30 дней. А у нас мы подали 23 марта. Вот мы ждем 23 апреля письмо от Ирины Влад. Письмо вам отправлено. Ужасно. Я попросил, мне дали копию. Ну, могу зачитайте. Сейчас зачитать? Зачитайте. Сейчас нам от Ирины Влад ничего не пришло. Мы ждем ответ странно. От Ирины Влад. Странно, как это? Вот странно. Вот, пожалуйста. Тут уже только суд 22-го должен вынести окончательное решение. Значит, вот, Ирина Влах, я, честно, я очки не взял. Если можно, прочитайте. Да, пожалуйста. Заявитель муниципия Камрад госпоже Железогла Валентине, копия главе ГГУЗИ госпоже Ирине Влах. Рассмотрев ваше обращение по вопросу построенной еще в 2009 году мачты связи, указанной вами, как самовольно возведенная конструкция, администрация Камрадского района сообщает, что данная мачта связи возводилась на основании проекта, разработанного проектным бюро «АПАРТ» и разрешения на строительство от такого-то числа с наименованием выполняемых работ, как установка приемной антенны передач, номер, видимо, по состоянию на сегодняшний день, с трех опор, на которых опирается мачта связи, были взяты пробы бетона для проведения экспертизы на проверку прочности опорных подушек. Только после проведенной экспертизы будет четкое понимание о качестве бетона и в целом прочности фундаментных подушек. Фото с отломленными пробами бетона прилагаются. Что касается показателей по электромагнитным излучениям, имеется протокол измерения электромагнитных излучений, разработанных в 2020 году, в котором отражены результаты измерений. Данные результаты работают только на прием и не излучают и относятся к предельно допустимым. Протокол прилагается. Какой вот фирма? АПАРТ? Второй лист. Фирма АПАРТ никакого участия там не принимала. Они что, дополнительно делали измерения? Да. А прежде чем вот вы тогда сказали, что когда обнаружили, сделали измерения, обнаружили, что у вас превышение, вы потом ходили... Это она предлагает обратиться в судебную инстанцию. Когда было превышение, господин Дудогло к вам обратился, у вас есть письмо о том, что он написал, что он снял какую-то конструкцию, и оно не облучает. У вас есть такой документ? Мы заставляли снять его. То, что тогда, помните, я даже, чтобы они сняли там радиостанцию. Сняли радиостанцию. Да. Мы когда были в суде, в первой инстанции, господин Доглов показал вот это радиоустройство, которое у него находится. Если он так говорит, что это радиоустройство, оно не облучает никакой мер, так почему это Антону нельзя снести и работать на радиопередатчике, который она есть? Пусть работает. Он снял, то мы снял. Но на Оранже работать не могло. Только Оранж молчал. Как фирма Оранж могла заключить с ним договор, если у него нет никаких документов? Как это они, антенна призрак. Это ваше рассуждение. Почему? Но только так, что вы зачитывали. От приемки у вас антенны АПАРТ нет. Мы же просили вам предоставить. Но АПАРТ описывается, что... АПАРТ пишет, что никаких мер не предпринимала. Фирма офигеть ничего не делала. Они все дали документы. Давайте мы их всех пригласим в суд, как свидетелей. АПАРТ выполнила проект. А вы заключили договор сам Примафикир, но Примафикир мы не определились с деньгами, они сильно много попросили, сделала другая фирма. Какая фирма? Сделала фирма там в акты выполнила. А почему, когда Сергей Ильич проверял с Тонкой, не нашли этот документ, который другая фирма заключала договор с вами, не фирма УПАРТ, а другая фирма, которая делала вам вот эти разрешительные документы? А почему чтобы не можете? Мы тогда отправили письмо, попросили все необходимые документы, чтобы нам предоставили. Ну а где они? Ну значит не предоставили, потому что мы отправили, по-моему, письмо. А даже сам приходил к нам, чтобы предоставлял. Я прошу, значит, вот эти дебаты, вот то, что стоит. Во-первых, давайте будем исходить. Речь в основном базируется якобы радиация. Где радиация и какой документ? Нет никакого документа. На сегодняшний день у нас есть, даже вот сейчас вот косметический ремонт сделают в поликлинике. Обратите внимание, и северной части, и южной стороны установлены сотовые связи. Везде. Взять даже примарию. Примар сидит тот же самый на втором этаже, и все примарии. На третьем этаже стоит, да, и Оранж стоит, и молчал. Везде. Вот вы представьте себе, если с точки зрения, представьте себе, что инициативная группа вот такими людьми подобным, в 20 точек, это будет 20 таких подобных мотивированных решений для примара, для судей и тому подобное. Это просто целенаправленность. Никакого вреда на сегодняшний день
Вот последнее заключение, пожалуйста. Вот, вы сказали чтобы... целенаправленность. Что хотят, чтобы вам подразумеваете? Они целенаправленно хотят убери антенну. Что на нем есть? Проведены измерения. Господин Юважи, мы с соседями пришли к вам в кабинет, был зампримара. Если вы помните, примарии тоже делали измерения. Господин Юважи что сказал? Крытые крыши, как садики, поликлиники, примария, крыша крытая. Она защищает. Защищает было бетонные, такое? Да, конечно. Да, было а частные такое. Дома? А частные да. дома как? Дайте я это скажу. Она защищает, вот как поликлиника, примария, крытые крыши. У них же сплошная вода, они бетонные. Конструкции разные. Крыша, любая конструкция как защищает, потому что... платформа. Да, да. А у нас на участке Дудоглу стоит мачта 27 метров, она в открытом пространстве. Вот оно и облучает. И он показал мне, так он господин Юларжи показал, что вот эти, которые идут как оранж, что эти мелкие, они да. показал мощности вот 15 ватт. Можно даже они сказать, очень, что он да, написал. И, он как его, что, ну, там речь шла тогда о той станции, потому что у нас на крыше примарии тоже была станция телевизионная. АТВ, ИДИАЙ. Мы их убрали, демонтировали тоже. То есть их уже нет. Вот видите, демонтировали. И станцию, то что было, потому что они перенесли их на большую вышку, на телевышке. То есть они перенесли все туда. Но когда мы проверяли, тогда эти вышки тоже у нас еще были, но я не знаю, насколько они работали тогда. То есть, но у нас не показало превышение, потому что он рассказал, что Orange и Молчел это современные устройства. Идут они всего лишь мощностью 15 ватт. И на открытыми. То есть их передачи, не да, на да. открытыми. И, да, на открытыми. На за крышей через бетонный да. слой. А у нас открыто. У нас открыто. А это 27 метров высотой. Да. Она имеет зону дело ограничений. Речь сейчас... Охранная зона. Вот нет, сама мачта, не дай бог, она охранная. Понятно, что не может излучать. Но то, что установлено на мачте, так она оборудование? Может. Да. Оборудование? Оборудование она имеет. Мы должны говорить сейчас больше об оборудовании самом. То есть не то, что самой мачте, сами металлические они не облучают, они так только они не облучают, опасным, не... да, чтобы оно не упало. Вот в этом плане, да. Так а у нас да. рядом с этой мачтой, да, у да. соседа там стоит у нас выгребная яма, как канализация. Да. Вот. Буквально это да, канализация. Опасность, чтобы не было, чтобы она не упала. Вот это канализация 5 метров от этой антенны, ну, 5 метров стоит канализация. Со временем один сильный ветер или какие-то... не дай бог, какие-то, как говорится, катаклизмы. Природные катаклизмы, эта антенна упадет. Кто будет за это отвечать, значит, за человеческие жизни? За это отвечать будет хозяин, собственник, это я. К этому, к этим документам в суде имеется экспертиза 2009 года, экспертиза 2012 года и экспертиза последняя 2016 года. На сегодняшний день я заказал экспертизу еще на бетон. Буквально думаю, что в ближайшее время, в мае месяце, будет и на бетон. Я не сомневаюсь, что заключение будет положительным. То, что касается по поводу антенн, значит, если вы знаете, вот, честно говоря, буквально на днях тоже нашел, вот МЧМ есть 01-05-2019 год. По поводу именно, значит, мачт и все остальное. Вот, если не трудно, прочитайте вот этот участок. Вот этот. Первый? Да, да, да. Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду. За пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 метров. Не-не-не. А, это... правильно. Смотрите, нет. А у вас сколько? 5 метров? А у вас сколько? 5 метров? Вот, просто читайте дальше, пожалуйста. 15. Какой из них? 15. Вот это не 15 метров. Читали. Ну, бывает. Ошибся. При размещении радиотехнических нет, объектов. Нет, это есть пункт, это я специально отметил, и это. То, что вы говорите, 25 метров. Ну, это правильно. При размещении радиотехнических объектов следует руководствоваться санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия магнитных полей. Дальше, это... дальше. Не... Радио вот, желтым. Вот это, да. Так это я и да. прочитала. Ну вот, и тут написано, что или мачты. Это имеется в виду, что если в протоколе значит, соблюдаются нормы, соответственно, на сегодняшний день данная мачта антенны, которая установлена в сотовая связь, она допускается по нормам, как и раньше было.
По оранже там никаких нарушений. Ничего, никаких нарушений не было. Кроме оранже, что на мачте уже нет, вот, сняли тут радиостанцию. Ну, конечно, там обучало, я вас, как я понял, да, там было превышение. Там было превышение, да. Сергей Ильич, а да, вы давали разрешительные документы на компанию «Оранж», чтобы они установили вот эту? Ну, они когда установили, нас еще не было. Есть, конечно, разрешение, да? Кто давал? Кто разрешал примари, на установку? Примария. Давно еще. Примария, я сейчас... Мы не помним, чтобы давали разрешение. Предыдущий примар получается, да? Ну, я, честно говоря, не помню. Потому что мы... Уже антенна была уже лет... Вот господин долго 6, говорит, 7, что если бы он, не дай бог... Вот, да. Сергей Ильич, вот вы как... Примар города. Вот господин Дудову говорит, что если, не дай бог, какое-то стихийное бедствие. Там не подписано документы. Вышка не имеет 25 метров. Стихийное бедствие. Я же самовольно ничего не делал. Я сделал все соответственно. У вас нет жизни, судьбы. Решение суда, господа. Уважаемые соседи, поймите правильно. Я не хочу с вами ругаться. Я желаю вам здоровья и блага. Мы должны найти общий знаменатель. В конечном итоге я... не враг ни своему здоровью, ни вашему здоровью. Я полагаю, вот 22-го будут три судьи, будем говорить, они дадут заключение, вердикт, будем говорить, примут решение. Какое они примут решение, неизвестно. Заслушаем буквально через день. В общем, да, я так поняла, без что... Без решения суда уже не можем ни мы прийти его демонтировать, даже если она... Там аварийно, мы не знаем, потому что... Сергей Ильич, я же вам прочитала, что это входит в компетенции примара. Вот это все, вот это решение, после того... Сейчас я могу пойти демонтировать его. Нет, после того, когда были... Я же вам зачитала документ, что после того, как были нарушены права, то, что он, господин Дудогло, нарушил, вы никаких мер. Вот какие меры вы предприняли в тот момент, когда было вот это нарушение со стороны Дудогло? В 10-м году, 11-м? Нет, вот сейчас это почему было... Почему сейчас, а не в 10-м? В 19-м году, когда было. Она установлена в 9-м году. Мы к вам сейчас обратились. Сейчас давайте я вам скажу. Она установлена в 9-м году. Если там что-то неправильно установлено, я думаю, что это должно было реакция быть в 10-м, 11-м, 12-м, 14-м, 15-м, но никак вот, не 17-м. Но в тот момент очень странно, какие меры мы можем... Мы когда не... пошла заболеваемость, вот тогда мы об этом, и мы обратились к вам. Мы сразу обратились в совет, мы довольно небольшой срок, то мы не нашему советнику, и мы не защищали там интересы чьи-то, мы защищали ваши интересы, я сам выступал. И сегодня я на вашей стороне, потому что если вы возмущаетесь и есть это возмущение, то нужно принимать меры. Уважаемый, защищай сегодня. Я единственное хочу, чтобы оно было в рамках закона, для этого у нас есть судебная инстанция. Пару минут можем. Уважаемые соседи, уважаемый примар, я хочу отметить, что в 2019 году, когда было превышение, когда было обнаружено, я принял неукоснительные меры. Я расторг договор, составил все демонтировал и поставил в известность до принятия решения. Который, а кто участвовал? Значит, сейчас, секунду, все там и есть. Давайте не перебивать, дайте мне высказать, пожалуйста, Валентина. Я вас перебивал когда-то? Давайте, пожалуйста. И на сегодняшний день данная антенна никаких излучений, никакой радиации она мачта. И не давала. Мачта. Мы не говорим про все. Антенну, мы говорите про мачту. Мачту. Ну, мачту, давайте, Валентина, мачта, понимаете, это конструкция, которая крепится, на которой крепится антенна. В частности, наверху у меня остались две радиоантенны, которые принимают, они не сигнал. И стоит оранж. А почему не город? К оранжу никаких претензий. Все протоколы в течение 12 лет никаких... А как Оранж мог заключить с вами договор, если у вас нет никаких документов на эту Валентина, мачту? Вы не можете такого утверждать. Вы не специалист. Вы также утверждаете, как говорите, что радиация вас излучает вокруг и убеждаете людей, стараетесь своим убеждением. Это то же самое вы сейчас делаете. Господин Дудогло. Да. Магнитные поля. Да. Но все равно, раз было превышение, тогда мы приняли меры и заставили убрать, чтобы вас не облучало. Именно вот эта сама станция, потому что я знаком немножко с технологиями, и я знаю, что такое 15 ватт, а что такое мощнее.
То, что было, оно действительно излучало. У нас действительно в переулке очень много это превышение было на 1,6 вольт на метр. Это превышение предельно допустимых, но не излучение, не радиация. Не должно быть превышения в жилой и санитарной зоне. Я хотел еще отметить это по поводу даже вот тонку. Значит, зоне не должно быть превышения. Он сделал платформу, вот добьется демонтажа вредной радиоактивной обычки по улице Белинский. И очень скоро. Человек вот это сам платформа, там платформа живет. Была. И вот он сейчас то же самое начал. Я говорю о вещах, то, что было. Вот да. Доглудом Дмитрия Андреевича и тонку Илья Пантелеевича, как человек не будет биться, если у него во дворе было 3 раза норма превышала. У тонку Илья Пантелеевича, как человек не будет биться? Вы утверждаете, что 3 раза превышение было? Наверное. Так если вы же глупости, вы же врете сейчас. Почему? Вы возьмите, господи, почитайте, какая норма. У меня три, в телефоне есть записано, разделите 3 на 5 и 6. Сколько это будет? А? Вы все правильно считаете. Люди, вот так же и физику Дмитрий знаете, Андреевич, потому что утверждаете. Ну мы не знаем физику. Мы знаем законы. Вот. Вы нам сегодня паспорт не показали. Вы нам ничего не показали. Дмитрий Андреевич, никаких документов у вас нет. Люди себя плохо чувствуют. Сколько Царство Небесное умерли от онка. Вы занимаетесь самовнушением. У вас есть доказательства хоть одного погибшего от раковых заболеваний каких-то? У вас нет таких доказательств. У вас есть доказательства? У меня есть доказательства, потому что в 17 году и в 18 году провели анализ. Анализ, вокруг от самой этой антенны. Райадминистрация организовала. Есть заключение, что там четко и ясно написано, что средняя арифметическая по республике не превышает болезнь. Но насчет вот этого, вы утрируете, что это самое, раковые заболевания. Вот насчет раковых заболеваний. Вы знаете, что такое раковые заболевания? Наверное, знаем, раз говорим. Уважаемые гости, мы должны понимать, что на эту тему мы можем дискутировать очень долго. Но в любом случае, последнее слово за апелляционной палатой 22 числа в 10 часов будет выноситься решение. Будем надеяться, что оно будет правильное. Я благодарю вас за программу. Желаю вам всем здоровья. А телезрителям я напоминаю, что вы смотрели программу «Обсуждаем вместе» на канале ГРТ. Берегите себя. Спасибо.